А еще во всем виновато наше обучение и во всем виноват наш менталитет христиан. Дело в том, что когда человеку, христианину, делают больно, то человек, христианин, обычно все прощает. Мы такие люди, мы любим прощать. Поэтому, когда, допустим, сволочь, последняя сволочь, руководитель, политик, кто-то там, губернатор или еще кто-то обижает людей, то эти люди, они прощают. Они говорят, ну и Бог с тобой, ну и ничего страшного, ну как-то проживем. А вы знаете, что вот такое прощение не идентифицирует подлеца, и в его сторону ничего не течет. Ни ненависть, ни долг, ни еще чего-то. Именно поэтому я всегда говорю, идентифицируйте тех людей, которые негодяи. Пусть эти негодяи всегда для вас будут негодяями. Каждый раз, видя этого человека или вспоминая об этом человеке, говорите, вот он, негодяй, я его ни за что не прощу. Таким образом, увидите, что если бы весь народ, видя негодяев, произносил «это негодяи», и мы им не простим, что они с нами сделали, то эти негодяи не смогли бы быть теми, кем они являются. Ладно, сейчас не об этом.